В среду на базе Академии творчества прошла областная конференция на тему «Выбор профессии – залог успеха». В рамках конференции актюбинским старшеклассникам рассказали о возможностях трудоустройства по рабочим специальностям. Подробности далее. В конференции приняли участие представители областного управления координации занятости, а также Алматинского вуза и Актюбинского колледжа. В рамках мероприятия представители учебных заведений рассказали старшеклассникам о потребности региона в рабочих кадрах, а также о поддержке молодежи в сфере легкой промышленности. Кроме того, была проведена профориентационная беседа. В университет мы приехали в город Актюбе с целью заключить меморандум именно с предприятием в этом городе. Помимо этого, еще было организационное именно такое мероприятие профориентационного характера. И мы приехали именно к выпускникам колледжа, выпускникам школ, дать информацию о нашем университете. Какие специальности есть, как можно поступить, какие есть возможности вообще поступить на эту специальность. Перспектива, например, не только увеличение легкой промышленности, у нас еще и обучается пищевая промышленность. И как возможность этих специалистов нужна в этих регионах. У нас есть специальности по технологии дизайна одежды, по технологии продуктов питания, ресторанное дело, гостиничный бизнес. Мы сегодня приехали ознакомить школьников города Актобе с нашими престижными специальностями. То есть наш университет является высокорейтинговым, входит в топ университетов по подготовке специалистов в области легкой пищевой промышленности. После основной части мероприятия состоялся показ коллекции одежды. Также были проведены мастер-классы и коуч-сессии в сфере услуг. Учебными заведениями были представлены оборудование и материалы, с которыми учащиеся работают на уроках профориентации. Сейчас участвуем на выставке, которая также проходит на конкурсной основе. То есть мы здесь должны ознакомить будущих абитуриентов, нынешних школьников нашего города со специальностями, которые обучают наши учебные заведения нашего города. Наши учебные заведения, допустим, обучают такие профессии, рабочие профессии, то есть электрик, токарное дело, электрика, кипе, парикмахерское дело. То есть. И в данный момент мы сейчас им показываем, каким оборудованием они в дальнейшем будут работать, с помощью которого электрики, студенты, которые у нас учатся на электрика, проходят практические работы. После того, когда они уже осваивают работу с этим стендом, то уже домашняя бытовая электрика для них это не проблема. Всего в мероприятии приняли участие около 400 школьников и учащихся колледжей. Зарина Утбанова, Жанадиль Сагиев, телеканал Актобе.